Всем привет, мы выехали, едем. Дождь чуть моросит. Привет. За бортом 20 градусов. Время 9 часов утра. 9 уже? Да. Хотели выехать в 7. Планировали в 7. Так получилось. Ну да, пока курей накормили. Пока хозяйство свое обошли. Ну что все как в штаны? Да. Наложили, еду. То, что дождь идет, все медленно едут как-то. Посмотрим, там мы будем во сколько, получается, без 10. У нас в навигаторе стоит без 10 11. С этими строительными работами, конечно, будет дольше везде. Ну так, дождь не сильный. Когда выехали, вообще ужас.
приехали здесь в пещеру, а в пещере внутри нельзя было снимать. Ни фотографировать, ни снимать. Было, конечно, там очень интересно. И холодно. Thank you.
приехали в ресторан такой в лесу. Колбаса продается тоже. Красивый, из дерева все сделано. Пока народу мало. Это 1915 года. Даже деревянные. Тысяча 1908. Нет, даже 1929-го. Это ее. Да. Вот как все было внутри. Просто скамейка, как говорится.
можно даже запихать это как вон мой. Ну, короче, дни вот эти, которые у них есть. Там вообще ради тем. Чего только нету и не было. Дизель. Красивые такие, блестят, натерли. Ну, это, конечно, уже немножко, наверное, переделала. Внутренности только остались. Вот все машины 1930 по 42. Ну как машины, трактора тут или что это? Да, это трактора. Чего только нету. Тысяча 1928 года сделали. Тысяча 1924. Резина как уже вот стерлась. Это 1927. 25. Все уже заржавело. Столько лет. Цвет красивый. 1936. Трогать их нельзя, и туда тоже залазить нельзя в машины. Так что смотрим так.
вагончик из дерева сделан, как на прицеп, прицеп, да, это. Здесь с 1945 по 1960. Это Хольцгаз на...